слава богу, 10 шагов я сделала, и вот дольменище. Вообще, конечно, происхождение дольменов, я даже одно время заморачивалась, читала. Дольмены вообще, они вдоль всего Кавказского хребта. И в Геленджике, и везде-везде они так вот тянутся. Они бывают разные. Ну, короче, по архитектуре, по строению они бывают разные. Вот. И высеченные из камня, и сложенные там домиком. Вообще дольмены обладают какой-то там магической энергетической силой. Вот. Каждый дольмен своей силой обладает. Вот. И было такое предание, что жили, ну, карлики или лилипутики, люди такие, вот. И они в эти дольмены уходили, ну, сначала медитировать, напитываться энергией, а потом умирать. И во всех дольменах вход маленькая круглая дырочка, вот. Поэтому, собственно, и заткнутая пробкой. То есть, поэтому и бытует мнение, что люди были маленькие карлики. Вот. Они через эту маленькую дырочку, ну, залезали в этот дольмен. И их пробкой закрывали. Да, зато они там энергией всякой напитывались. А, вот, собственно, про что я и говорю. Сейчас я... Даже этот ползет. Вот, да, вот, собственно, а, вот, видите, ну вот она дырочка, собственно, про что я ему говорю. Сверху должен был быть камень лежать. Вот, и вот через такую круглую дырочку, да, они залезали, их закрывали. Они медитировали. Вот, а потом... Все, короче, потом. И вот, естественно, у нас у всех же у людей такое поверье, что... Ну, точнее, людям проще верить, ну, в какое-то чудо, вот, привязать ленточку. Ну, то есть такой лежал на диване, ничего не делал, пришел, ленточку привязал, и сейчас у него там все везде попрет, вот. Ну, чудо, конечно, не бывает. Все это сила мысли, вот. Я про это и говорю, что, в принципе... Единственное, оно вот может работать, когда человек ленточку привязывает, да, он мысль в космос запускает. Но он может эту мысль в космос, сидя на диване, запустить. То есть не обязательно прийти к дольмену и тут мусор устроить. Вот. Вы, в принципе, можете, сидя на диване, мысль в космос запустить достаточно успешно. Не надо для этого переть в гору. И мусор тут оставлять в лесу. Вот. Я к чему говорю, что все в ваших руках, а не то, что вы ленточку к дереву привязали, и все у вас везде попрет. Вот такая дырочка, видите? Причем чаще дырочки открыты, отверстия, а пробок почему-то нет. То есть пробки куда-то исчезли. Вот. Ну, поскольку они проще извлекаются и уносятся, чем... Весь такой дольмен. Вот. Ну, ее просто кто-то... Фу, Каспер! Фу, козленочком станешь. Просто ее кто-то себе на дачу экспроприировал. Вот. Такая ж прикольно. А, следующий нашел. Чё? The flame of your level. Браслет! Ух ты! Мне муж браслетик нашел. У нас сегодня, кстати, годовщина свадьбы. О, да, The Flame of Our... Ну, какая-то хренотень. Безделушка. Ой, сейчас я платок уберу, а то мне вечно как воду пью. The Flame... Ну, короче, да, видите. Вот. Подарок. На годовщину свадьбы. Все магазины, кроме продуктовых, закрыты, поэтому
блестит даже, серебряный. Причем, видите, я серебро люблю. Это прям вот... Интересно, с чего это? Серебряный. Я думаю, кот из железки. Думаю, да. Я не настолько везуч. Вы смотрите на это. Чудо-юдо. У меня вот есть второй. Сейчас я его, короче... Для контента буду фоткать. Уморился, а? Зимогорушка моя. Уморился. Он вечно так себе все охлаждает. Очень быстро устает. Ему то жарко, то холодно. Да? Ты мой зяйка. Че там? Плоем, не плоем, как переводится. Не знаю. Нашей любви что-то. Это прям вот все, судьба. Котя! Да, я тебя закую. Теперь я буду с чужим модным браслетом. Коть, это энергетика, наверное, какая-нибудь плохая. Давай ставим. Чья-то. Да, конечно, оставь. Энергетика чья-то плохая. Мы с тобой квадрокоптер купим. Властелин колец. Да. Будет. Кстати, вот прислониться, многие прислоняются руками, напитываются энергией дольмена. Воздух прям такой сладкий. Смысла нет туда наверх залезать. Ну, в принципе, кусты, они и кусты. Были, да? Да, по-любому были. Я-то за 20 лет в Лазаревке точно здесь по 500 раз была.